Шпион Heritage. Селекция 50-го года Сандерс. Тоже гибрид от лактифлоры. Махровый. Густо махровый, бомбовидный. Диаметр цветка где-то у меня до 18 сантиметров, 17-18, крупный, стебли прочные, высокий, ранний, цветок блестящий, буквально багряно-красный. Изумительный пион. Первый год у меня, кстати, он цвел не махровым. И чем дальше, вот уже третий год он у меня цветет. Махровость у него только возрастает. В этом году сильно махровость.